нас часто называют двое из ларца, одинаковых с лица. Да, а ведь у каждого человека есть свой двойник, которого называют второй голос или второе я. И да? Хорошо, что мы этот внутренний голос не видим у других людей, и второе я тоже не видим и не слышим, иначе это была бы, наверное, катастрофа. Но давайте все-таки представим, что мы обрели возможность видеть и слышать второе я других людей. Вот представьте, выступает некий человек на банкете своего начальника, а его второе я изредка материализуется. Роль исполняет первое я Александр, второе я Валерий. Дорогой наш юбиляр, драгоценнейший наш Кондрат Абрамович. Разрешите мне сказать буквально пару слов. Че ж сказать этому Борову, а? А сказать надо все-таки начальник. Каждое утро я просыпаюсь с одной единственной мыслью. Ой, скорее бы уже стаканчик лупануть, сил нет. Что как там наш родной заводской коллектив? А, на халявку-то все явились. Подхалимы. Мы с нетерпением ждали эту дату. Ага. Недолго воровать осталось, скоро на пенсию. Ну что, затягивать? Давайте выпьем за этот замечательный юбилей. Митрошкин, дружочек, плесите мне стаканчик. Да, спасибо, достаточно. Сын налил, как украл, сволочь. Ну, за вас. Водка поганая. Хорошая водка, кстати. Ну, у нас как говорят, между первой и второй... Так, что-то я расходиться начинаю. Мне ж больше 100 грамм нельзя, крыша едет. Верочка, секретарша, пришла. Ну, она сегодня вообще... Ну, ладно, еще одну рюмочку и все. Так, Митрошкин, дружочек, что это? Еще раз за вас, Кондрат Абрамович. Нормальная водка. Два слова еще. В этот прекрасный день не могу не вспомнить и вашу очаровательную супругу. А... Не могу вспомнить, как зовут эту дуру, а? Ну, вы все ее знаете, друзья. Она у нас бухгалтером на заводе. Зарплатку нам выдает иногда. Матрешка, ну что ты... За любовь. Прекрасная водка. Так надо шефе, а шефе что-то сказать хорошее. Может, зарплату прибавит. Кондрат Абрамович, я бесконечно счастлив работать под вашим руководством. У меня сердце обливается просто радостью, когда я вижу, во что вы превратили ваш с нами завод. И он думает о людях. Сейчас мужскую душевую и женщину не стыдно пригласить. Вот это да, наклюкался, лучше не вспоминать. Так, Мордашкин, ну что я тебе должен постоянно просить? Ну, давай еще. За родное предприятие. Пить или не пить? Пить или не пить? Может, уже хватит? Ой, ну, Верочка, сегодня вообще какие ножки, какая же... О, а как это я не заметил, что тут собрались милые, симпатичные люди. И Кондрат Абрамович, вот такой мужик всегда мне нравился. Как я вас всех люблю, если бы вы знали. Абрамович! Ядрен потом. Не вешай нос! Раньше был молодой, красивый, а сейчас... Сейчас просто красивый. Нет. Как это? Дай налить, ну! Спасибо. А знаете,
О чем я сейчас подумал, а? Надо будет Верочку в укромный уголок затащить. Надо будет Верочку в укромный уголок затащить. Ты придурок, Лёв. Ну, затащить и пожурить ее по-отечески, чтобы она не обижала иногда нашего дорогого Кондрата Юбилярыча, Юбиляра Абрамовича. Я подумал о вечном. Как сказал Пушкин. А что он там сказал? Давай выкручивайся теперь. Как сказал Пушкин. Как отрезал за Пушкина. Водка супер. Я не понял. А чё, шеф не выпил? Не уважает Пушкина? Ну-ка, выскажи ему быстро. А что это ты, Кондрат Абрамович, не выпил за Александра Сергеевича, а? Всё, кажется, я вышел из себя. Не уважаешь классика? Не надо на меня смотреть, как Ленин на вождь. На любовницу, на свою Верочку так смотреть будешь. Кажется, мне конец. Что-то, это еще не конец. Выпей. Выпей. Разворовал завод и сидит праздный. Сказал. Все, не конец. Нет, это не конец. У тебя есть последний шанс. Плесни ему водку в харю. Плесни ему водку в харю, быстро. Вот тебе жлоб! А сейчас что? Сейчас? А сейчас тебе точно конец. А, пофигу. Гулять так гулять. И за